берет пан Мартин свою подачу. Уже не в первый раз зато мы видим, что крученый удар по линии слева. Неплохо поставлен у Лаксинена. Не впервые он так попадает. Дважды поймал на противоходе соперника. Ну что ж, забирает первый сет Дель Потро. Довольно мучительный теннис, пока мы увидели в исполнении. Плохая, в общем, по мысли была атака Лаксинена. Все продумано, вроде бы. Должен быть. Гораздо больше стало проходить мячей. Забегает под свой любимый форхенд Дель Потро. На сей раз уже кладет мяч точно по диагонали. Это излюбленный вариант у Хуана Мартина. Да, но сейчас совсем сложно. Где-то в крыше там мяч застрял, не хватило высоты. Уже куда лучше чувствует корт аргентинец. Здорово. Действует швейцарец. И здесь здорово попал. Но слева по линии этот удар у Лаксинена набитый. На это уже мы обращали внимание. Завершает не с первой попытки гейм в свою пользу Дель Потро. Обводил здорово Дель Потро и классно среагировал Лаксинен и ответил здорово под самую заднюю линию. Дель Потро делал все по науке, касая диагональ. Но там почти в падении Лаксинен класс. В некоторой степени этого аплодирует он своему юному оппоненту. Розыгрыш продержался некоторое время под довольно своим чередом. Вроде бы. Сорок.
1-0 выигрывает свою подачу Лаксонин, но... тоже реабилитируется подача на вылет. Лаксонин скорее, поскольку челлендж это куда-нибудь можно потратить, вот он и тратит. Тут, конечно, мяч попал с запасом большим. Ну и все. Прекрасной подачей Хуан Мартин завершает этот поединок. 6-4.